Доброго времени суток, друзья! Перед нами Realme GT, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять соотношение сторон в камере этого телефона. Для того, чтобы это сделать, нам в самой камере нужно найти вот такой вот ползунок и свайпнуть его вниз, где мы находим пункт «Рамка». Мы можем здесь выбрать 4 к 3, как стоит по умолчанию, 1 к 1, полноэкранный режим, а также 16 к 9. После чего, если я включу переднюю камеру, думаю, вам лучше будет видно. Размер нашей камеры изменяется. А мы на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и пока!